Привет, малыш! Меня зовут Пингвин Топ-Топ. И я живу на Северном полюсе. Я хочу показать тебе здесь все-все. Григорий по образованию инженер-механик. Когда-то и представить не мог, что будет создавать мультфильмы. Идея родилась совершенно случайно в начале года, а в феврале он уже приступил к работе над первым своим мультипликационным фильмом. Племянница начала очень громко плакать. Вот, и я не знал, что мне делать. Единственное, что я придумал, это включить ей мультики на Ютубе. И когда я включил, она резко перестала плакать, и я понял, что это, ну, за этим будущее. Две серии мультфильма «Пингвин Топ-Топ» Григорий создал сам. Обычно такими вещами занимается команда как минимум из 5 человек, в которой есть свой звукач, свой художник, какой-нибудь продюсер, допустим, команда, которая исполняет какие-то песни. Все работы автора познавательны для детей. Например, во второй серии мультфильма рассказывают о том, как устроена научная станция. Это самая настоящая арктическая научная станция. Люди прилетают сюда на самолетах, а еду, топливо и другую провизию им привозят сначала на больших кораблях к берегу, а затем от берега до станции везут все на больших автопоездах. А в третьей серии, над созданием которой сейчас работает Григорий, пингвин полетит в космос. С помощью таких путешествий главного героя дети узнают много нового и познавательного. Просто мне приходят какие-то идеи в голову. Научная станция, космос. Можно, чтобы пингвин полетел в Африку. Можно, чтобы пингвин путешествовал в подводном путешествии в каком-то. На создание одного цикла мультфильмов Григорий не планирует останавливаться. Уже сейчас раздумывает над другим творческим проектом. Сидония Ракелян, Андрей Остапенко, ТВ5.